что пришла. Что ты? Ты погубил себя, Генри! Так и есть, Джома. Это могло спасти жизнь моего отца и тысячи других таких же живущих в полном мраке. Ты знаешь, сейчас Хайд витает это надо мной. Освободившись внутри, он может возвращаться внутрь меня. Это происходит чуть чаще, но я могу спастись. Я почти нашел противоядие, но у меня очень мало времени. Джо, вот, подожди, возьми письмо. Мне необходимо срочно передать, торопись, я тебя прошу. Мисси Харрис, это та певичка из кабаре? Да, Джо, да, необходимо передать это письмо и предупредить ее, что она должна. Генри, немедленно покинуть город, Джон. Генри, не делай этого. Генри, ты ведь в крови. Это все.